Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами на станции Керчь-Южная. В начале ролика какое интенсивное движение идет по мосту, грузовые, пассажирские и по самой станции Керчь-Южная. Ну а мы с вами начинаем наше путешествие от эстакады теплосети. Здесь вот, как видите, идут работы, сварочный аппарат стоит, ну и сваривают стыки рельсов. Видимо, что-то здесь переделывали, может быть, там какой-то дефект в рельсе обнаружили, может быть, еще что-то, не знаю, но вот работы идут. Уже подзабыли мы с вами такие термины, как вот сварочный аппарат, бархатный путь, бесстыковые рельсы. А у меня есть подробное видео, как вот сварка идет, сварка двух рельсов. Как раз прямо в районе цементной слободки, недалеко от шумзабора. Кому будет интересно, можно поискать и посмотреть. Там подробно прям целое видео посвящено. Но старые добрые времена вот посмотрел, так вот нечаянно получилось, застал, что идут работы. Ну а мы двигаемся с вами в сторону станции Керчь-Южная. И давайте посмотрим на станцию, которая пока работает не в полном объеме, но то есть сама станция работает, принимает, отправляет поезда, не работает железнодорожный вокзал. А это, как говорится, две большие разницы. Так что станция работает. Ну, а мы с вами вот давайте посмотрим на здание, которое мы с вами наблюдали, как строились с нуля. Это вот здание полиции, это кинологический комплекс здесь для четырех собачек. Раз, два, три, четыре, как мы с вами уже помним. Ну, естественно, никаких собачек здесь нет. А если и будут, то их привозят сюда только, наверное, на службу. Здесь постоянного места жительства у них не будет, я так понимаю. Мне еще давно кто-то это написал. Привокзальная площадь, разметка, уже зеленая травка. Вот обратите внимание, как погода вот сейчас такая благоприятная, и все зазеленело здесь. Вот здесь мы с вами видели, как сажали деревья, вот здесь их хорошо видно. И переживали, примутся, не примутся, потому что лето было жаркое, безводное. Ну, вроде так, если посмотреть, такие проплешины зелененькие есть здесь. Вроде как принялось все. Ну и, собственно говоря, сам железнодорожный вокзал. Какие-то еще работы мелкие идут здесь. Я так думаю, мы застали с вами исторический момент. Обратите внимание, букву «Ж», наверное, подключают или меняют. Она не горела. Станция, вокзал Керчь-Южная. Ну, может быть, и это. Вот люди, видите, на крыше там. Они нас даже поприветствуют. Ну, а мы немножко сдадим назад. И пешеходный переход номер один. Номер два. Ничего не изменилось. Вот здесь, как из асфальтовой крошки, временную дорогу сделали. Достаточно хорошая, между прочим, дорога. Вот по ней неоднократно уже ездил. Вот сколько машин здесь стоит. Ну, а так, здесь вот спуск на пешеходный переход номер два. Также вот металлический вот этот трап. Ну, и больше пока ничего нового. Пешеходный переход номер один. Самое интересное, что мы все вот это с вами наблюдали, как даже поэтапные, как пролеты на пешеходные переходы ставили, как вот эту надпись «Керчь-Южная» мы с вами тоже видели, как непосредственно устанавливали. Спасибо моему другу Андрею, он вот запечатлел вот это, и я вставил это в видео «Керчь-Южная». Вот этот пантус, как его сделали, потом разбирали. Ну вот, вот эту платформу первую от железнодорожного вокзала, ну вот сейчас я голову опускаю, вроде все тут сделали, но вот не видно, правда, еще тактильной плитки на той платформе, на перроне. Еще, наверное, не уложили, что, получается, не до конца сделали, да? Ну, сделают, я думаю. Ну, а так уже все готово, и ждем, ждем, мы с нетерпением ждем, когда же откроют железнодорожный вокзал для приема пассажиров и отправления пассажиров в путь поездами дальнего следования. Обратите внимание, как вот попала проекция, солнечная проекция, Керчь-Южная. С той стороны вокзал.
Вот такое здание здесь. Оказывается, мы с вами все думали, когда окна вставят. А тут вот задумка и была такая, что такие фальш-окна здесь будут, если можно их так назвать. Ну, а это вот навесы. И, собственно говоря, вот здесь останавливаются поезда. Теперь, конечно, самый такой большой еще этап будет, это электрификация от Тамани до Джанкоя. Ну, когда это будет, пока неизвестно. Все собирались, ну и пока отложили, я думаю, так в дальний ящик. Второй путь тоже все, там разговоры ходили от Багерова до Джанкоя. Ну, а он один прекрасно справляется. Разъездов много, если что, встречный поезд можно всегда пропустить. Так что я думаю, что второй путь не скоро. Были разговоры, чтобы построить прямой путь от Владиславовки в сторону Симферополя, минуя Джанкой. Но здесь два минуса и очень больших минуса. Первый минус — это если обойдет железная дорога Джанкой и те села, то развитие, конечно, там сильно затормозится. Ну и второй минус — это высокая стоимость строительства. В Белогорском районе нужно уходить в горы. Ну, где первый, где второй минус, вот сами расставьте по приоритетам. У меня вот такое. Так что пока поезда ходят так вот через Джанкой, ну там разница во времени будет, экономия совсем небольшая. Может быть, час. Вот если, конечно, электрификацию провести, то не нужно будет так часто менять локомотивы. Вот, видите, люди работают. Они, кстати, нас поприветствовали с вами. Вот кто внимательный был, когда мы с той стороны с вами рассматривали. Привокзальная площадь железнодорожного вокзала станции Керчь-Южная. Поговаривали, что пускали пробный маршрут с автовокзала Керчи сюда, вот через 9-й километр. Ну, так вот все это пока и затихло, потому что здесь движений никаких нет. Обещали съезд еще при уже ушедшем в отставку министре транспорта. Но пока вот все на этом же уровне, что и год назад было. Никаких подвижек, никаких изменений. Одно радует только, что все красиво, все построено. Это вот здесь центр весового контроля, стоянка для машин. Посмотрите, сколько здесь разметок вот таких вот для длинномеров, для фур. И разворотная петля. Мы все с вами гадали, когда ее откроют. Работает она уже, уже я по ней неоднократно проезжал и вам показывал. И трасса Таврида, уходящая на мост и с моста. Пост ГАИ перенесли его сюда, вот сделали такой стационарный. Они одинаковые, что с крымской стороны, что с краснодарской стороны. Со стороны Керчи и со стороны Тамани. Вот она, эта дорожка. Две полосы здесь. Вообще можно было бы заезд с индустриального шоссе сделать прямо вот на этот путепровод. И сделать здесь одностороннее, ну, движение по одной полосе в каждую сторону. Я думаю, было бы просто замечательно сюда заезд. Но решение было принято другое. Заезд делают со стороны нижнего, верхнего Солнечного. Там 1,5 километра дороги. Как обещают, опять же, дорогу эту должны строить уже в 2021 году. Но пока здесь никаких движений. Кстати, строить будет та же фирма, что и будет строить многоуровневую развязку на пересечении улиц Буденного и шоссе Героев Сталинграда. Ну а так вот посмотрите, вот издалека вид на привокзальную площадь, газончики зелененькие. Вот, конечно, красиво, когда травка взялась, зелененькая. Ну, летом этого не будет, выгорит все. И будет унылого желтого цвета. Но, как говорят французы, c'est la vie такова. А может и не говорят. Так, ну а мы с вами двигаемся дальше.
Вроде все посмотрели подробно, вспомнили, взгрустнули, всплакнули, как все это строилось, как здесь было чистое поле. И все эти видео, кстати, у меня есть на канале. Ну, ворошить старое многие не хотят, а кому интересно, могут посмотреть. Вот. И мы возвращаемся, откуда и начинали. Вот идет сварка стыков. Ну, не знаю причину, какова здесь. Кто знает, может быть, кто из рабочих там смотрит нас, напишет в комментариях, что здесь вот, почему и как. Ну, собственно, это на движение никак не влияет. Знакомый нам сварочный аппарат, уже один из них. Ну и вот здесь мы уже будем с вами заканчивать наш очередной обзор. Вот, посмотрите, видите, сколько людей. Вроде как уже на место ставят, уже, наверное, сварил, и вот уже рельсы закрепляют обратно. А я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Вот она, станция и вокзал железнодорожный Керчь Южная. Не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписался. Ставить лайки, комментировать и делитесь этим видео в социальных сетях. Всего вам хорошего и до новых встреч в новых роликах.